Всем привет, дорогие друзья! Мне очень приятно видеть, что с каждым днем вас на моем канале становится все больше. А это значит, что веду я свой канал не зря. Для тех же, кто смотрит данный обзор впервые, скажу одно. Подписывайтесь на мой канал CryptoLady и нажимайте колокольчик, чтобы и впредь не пропустить от меня выхода самых интересных, перспективных и уникальных блокчейн-проектов. Ведь именно о таких проектах, платформах и аирдропах я снимаю свои обзоры. И как вы уже догадались, сегодняшний выпуск не исключение. И посвящен он одной очень быстрой, безопасной, децентрализованной бирже под названием DEX, о которой поподробнее я и хочу вам сегодня рассказать. Так что не переключайтесь и досмотрите данное видео до конца, ведь впереди вас ждет много чего интересного. И начну я, пожалуй, с самой биржи, а именно ее главного сайта, где каждый из вас сможет не только торговать, покупать, продавать все свои криптоактивы, но и участвовать в щедрой реферальной программе, а также получать пассивный доход за аренду нод. При этом обращу ваше внимание, что биржа DEX не требует от нас, своих пользователей, какое-либо подтверждение своей личности, что делает ее максимально анонимной и конфиденциальной, что, считаю, для многих является большим плюсом. Но, как понимаете, на этих ключевых позициях, из-за которых многие трейдеры выбирают данную платформу, не оканчиваются. Ведь многогранность и многофункциональность DEX состоит еще в ее экосистеме, которая без проблем помогает своим компаниям-партнерам эффективно повышать уровень всех децентрализованных решений, а именно помогает проведению ICO, помогает проводить честное и прозрачное голосование, а также аукцион на блокчейне. При этом сама биржа оснащена криптоматами, благодаря которым можно будет легко обменивать свои криптоактивы на фиат в рамках города. Более того, в рамках биржи еще доступен как DEX Invoicing, позволяющий принимать удобные решения для приема криптовалютных платежей, так и децентрализованный marketplace под названием DEX Витрина, где вы можете за внутренний токен биржи приобретать различного рода товары и аксессуары, ознакомиться с которыми более подробно вы уже сможете при непосредственном изучении. А пока предлагаю не отвлекаться и продолжить наше знакомство с децентрализованной биржей DEX. Для этого же я предлагаю войти вам в аккаунт, или же если у вас его нет, то зарегистрироваться на бирже вы можете, нажав на кнопку меню в правом верхнем углу и выбрать позицию «Регистрация». После у вас появится окно, где система предложит вам на выбор две модели регистрации – облако или же двухфакторное, удобства и отличия которых вы можете прочитать чуть ниже и в конечном итоге для себя определить максимально подходящий вариант. Однако, исходя из своего опыта, я рекомендую вам выбирать двухфакторную аутентификацию, так как она способна оказать наивысшую степень защиты вашего аккаунта как в рамках этой биржи и не только. С этим, я думаю, мы разобрались, поэтому предлагаю пойти по самым основным функциям биржи DEX. И начну я с самой биржи, где вы одним легким движением можете ознакомиться со всеми необходимыми вам валютными парами, оценив их как суточный объем, так и изменения за сутки. Как видите, интерфейс биржи выглядит достаточно просто и понятно, поэтому уверена, у вас не возникнет каких-либо сложностей с ее использованием. Более того, в рамках биржи доступно кредитование, где вы всего в 3 шага можете получить кредит под залог ваших криптоактивов. Для этого в рамках системы доступен калькулятор, где вы можете ввести сумму желаемого кредита и рассчитать оферту. Как видите, в появившемся окне вы получите всю необходимую информацию не только о сумме кредита, но и сумме залога, процентную ставку в день, а также график погашения процентов по кредиту. При этом внизу вы в свободном доступе можете более детально ознакомиться со всеми условиями кредитования, что я считаю очень удобно. А пока предлагаю пойти дальше, ведь на очереди у нас окно с ICO, где вы можете как принять непосредственное участие сами, предложив платформе DEX свою презентацию, так и участвовать в уже текущих ICO-программах от других проектов. Следующее же окно называется кошелек, и если мы на него наведем, то нам сразу же высветится целый перечень действий с последующими инструментами использования, которых доступны нам в рамках данной биржи, начиная с баланса, заканчивая пополнением, выводом и покупкой внутренних монет DEX, которые, кстати, будут необходимы вам для оплаты различных комиссий за транзакции. Но и это еще и далеко не все, ведь особого внимания заслуживает реферальная программа от биржи DEX, познакомиться с которой вы можете, нажав стрелку в правом верхнем углу. Как видите, реферальная программа представлена в виде 3 уровней, где вы будете получать от 10 до 5% от всех своих приглашенных друзей и рефералов, приглашенных вашими друзьями. Однако, прежде чем принять участие в программе, система предлагает вам пройти голосование за биржу DEX. В появившемся окне в поисковике вводим название и нажимаем «Сохранить», после чего система предложит вам оплатить данное голосование внутренними монетами платформы, купить которые вы можете как самостоятельно, так и получить их совершенно бесплатно в момент пополнения своего баланса на бирже DEX в любой из выбранных вами криптовалют.
За такое пополнение система начисляет 8 монет, которых вам хватит на всевозможные транзакционные расходы. После нажимаем «Подтвердить» и повторно переходим в раздел «Меню» и выбираем раздел «Реферальная программа». Как видите, система присвоила вам реферальную ссылку и ID реферала, после чего вы эти данные можете использовать по прямому назначению. На этом же я буду свой обзор подводить плавно к концу. Уверена, после регистрации вы сможете самостоятельно ознакомиться со всем имеющимся функционалом биржи DEX более подробно. А в помощь этому будет блог самой платформы, где вы также в режиме обучения сможете ознакомиться как с имеющимися функциями, так и новостями из мира криптовалют и много чем другим. Ведь согласитесь, иметь под рукой столь уникальную и многофункциональную биржу очень удобно. Особенно тогда, когда она отвечает всем вашим требованиям и запросам. Поэтому я надеюсь, что изложенная выше информация была для вас не только интересна, но и полезна. Если это так, то дайте об этом знать, выражая всю свою благодарность в виде лайков, подписок и комментариев. А с вами, напомню, была я, ваша криптоледи. Всем удачи и пока!